Все, папа сдается. Запить? Друзья, всем привет! Вы на канале Элис Ку. Сегодня у нас челлендж «Попробуй не запей». У нас много всего на столе. Папа у нас с Алисой будут пробовать, будут пытаться все это съесть, не запив. Лимон, чипсы, маслины, сладкая вата, есть роллы, KFC, куриный это чизбургер, наверное, у нас, арахис, соленая рыбка сушеная и есть еще сельдь. Вы готовы? Доча уже начала кушать. Картошечки KFC. Да. Вкусная? Солененькая? Пить не хочешь еще? Да, всего еще. Много да. Картошки? Да. Вкусная? Да. Папа еще. И папа кушает? Да. И мне. И тебе. Папа бы уже бы попил. Ты хочешь сдаться? Угу. Крепись. Алисочка, ты пить не хочешь еще? Нет? Молодец. Я чувствую, Алиса выиграет в этом челлендже. О, папа. Ням-ням. Папа скушал, да? Сколько у вас картошечки осталось? Чуть-чуть. Ты уверена? Покажи мне. Ой, правда, чуть-чуть совсем. Сейчас бы попить, да? Или не хочешь? Молодец, молодец. Держись. Ты выиграешь. Я верю в тебя. Что, нету, что ли? Теперь что будем, доча? Вот это. Вот это будем кушать? Чипсики. Еще картошку. Еще. Ну, такое у нас в пакетик. Ням-ням-ням-ням. Страшный? Ням-ням-ням-ням. Не боишься? Да? Или боишься? Что-то ты нахмурилась. Тебе не нравится, да? Ням-ням-ням-ням-ням. Убирай, папа. Тебе не идет. Нет, скажи, Алиса. Я люблю своего папу. Не надо всяких пластических делать и масок. Нет? Нет? Понравилось все-таки? Ням-ням-ням-ням. Нет? Ну все, кушайте чипсы. Эту. Вату сладкую? Да. Держи. Сейчас папа откроет тебе. Давай открой. Розовенькая сверху. Пальчиками? Попробуй. На вкус. Я супачу. Кто пить хочет? Никто ничего не хочет. Она прям тает на языке. Лучше чипсы. А маму угостишь? Еще. Тающая во рту. Спасибо, доча. Спасибо. А папа у нас сладкую вату закусывает чипсами. Да. Еще. И пальчик. Я папу. Ты папу кормишь? Да. Помогаешь уже, да? Ого. Папа накушался чипсами, и ты помогаешь. Да. Вот чуть-чуть. Еще чуть-чуть кушай. Ой, папа. Ням-ням. Папа ням-ням, да? Да. Папа бы уже бы попил водичку. Хочешь сдаться? Не, рановато. Еще можно держаться, да, доча? Вот. Вот. Много чипсиков. Кушай, папа, кушай. Ну что, хватит чипсов, давайте что-нибудь другое. Может быть, папе предложим теперь съесть сладкую вату после чипсов? Это очень, мне кажется, захочется попить. Жуй, 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 жуй. Жуй, папа. Жуй, папа. Так сладко. Да ешь уже. Ой, как будто сахар засыпает. Как ты думаешь? Кака. Да это вкусно. Кака, что кака? Кака. Папа уже, кажется, глазами ищет водичку. Папа бы уже попил чай. Вот там. Лимончика бы попил. Вот там? Ты за папу так переживаешь. Да папе вкусно. Кислое. А ты хочешь лимончика? Папа жалеет. Моя милашка. Молодец. Папе. Папе еще один лимончик. Папа хотел пить, пусть запивает, да? Да. Еще. Вот этот лимон, чтобы папа скушал. Ты уверена? Нет, папа не будет. Я тупачу. Вот эту, да, будем, доча?
А ты знаешь, что там? Понюхай. Фу. О! Невкусно пахнет. Луком пахнет, да, доча? А что у вас там? Давайте посмотрим. Огурчики маринованные, майонезик, лучок, куриная отбивная. Я думаю, должен быть все-таки вкусненький. Папа, попробуй. Может, ты от этого сорвешься на водичку? Алисочка, а ты хочешь откусить? Нет, тоже нет. Нет, не хочешь? Кака, воняет, да, луком? Тут папа там сядет. Куда папа потом сядет после этого бутерброда? Расскажи-ка. В ванну сразу пить. Не, булочку можно есть, я не запиваю. Она такая сочная, внутри с майонезиком, с кетчупом там, с подливами. Ее можно вообще спокойно Что есть. Ты папе следующее предложишь? Эту. Вот эту. Селедочку. Открыли? Да. Понюхай, Алиса. Понюхай. Фу. Тоже фу? Да. Это селедочка вкусненькая. Селедка. С перчиком. Хочу попробовать. Чуть-чуть. Это не супчик, это маслица, наверное, с уксусом. На пальчик. На пальчик? Не, пальчик. Ты везде пальчики вот купаешь? Пальчик. Кто пить хочет? Пить. Кому водички? Пить. Алиса! Вечером. Пить, конечно, хочется, но не особо. Вы уже принялись за рыбку? Вкусно? А папа потом будет доедать? После тебя. Как вкусно? Что следующее, Алиса? Маслины. О, видишь? Не, ну маслины вообще не серьезно. После того, что мы ели. О, ты сама. Не. Вон жуй. Ну как? Папа поймал. И скушал. Эту. Эту? Орешки? Давай орешки. Доча, что дальше? Хватит орешков. От них только пить хочется. Давай что-нибудь еще. А то папа уже скоро не выдержит. Вот это понял? Да. Нет, вот это? Это. О, нет. Это не надо, да? Вот это будем. Да. А ты пить не хочешь? Да, и пить. Пить будешь? Нет. Нет, не будешь пить? Эту. Может, водички? Нет. Нет? Ну, как ты держишься хорошо. О, шоколадки Milky Way. И у папы тоже есть. Я еще. Ты все? Молодец. А что, пивать будешь? Водичка? Да. Да? Хочешь пить? Да. Сильно? Да. Или потерпишь? Нет, пить хочешь. Да. Первая сдалась, в итоге у нас Алисочка. Захотела попить. Попила водички. А папа пить хочет? Нет, папа еще не хочет. Папа почти попил. Папа еще не хочет. Что у вас осталось? Осталось у нас суши и васаби. Давай папа попробует. Да, вот это. Вася. Ой, ты моя сладенькая. Пожалела папу? Да. Молодец. Алиса, ты у нас очень добрая девочка, правда? О, кака. Кака, да, осталась после того, как папа съел лимончик. Что это? Листиком салата закусить. Вау. Ням-ням. Ням-ням.
А может, папе предложим имбирь с васаби съесть? Да, напоследок. Папа знает, что васаби не выдержит точно. Вообще не знаю, кто выдержит васаби. Давай чуть-чуть папа возьмет. Лайк, лайк, лайк. Ставьте скорее. Лайк, 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 лайк. Ставьте скорее. О, чуть-чуть. Папа должен съесть целую горку васаби, чтобы уж точно определить, еще. Выиграл он или нет. Еще, еще. Еще думаешь? Алиса, папа у нас берем плакать побольше. Будет? Еще. Еще. Еще, еще. Папа. Алиса требует еще. Кушай еще васаби. Еще больше. Слезы наворачиваются. Где слезы? Угу. Да. Папа твоя уже... сладенькая пожалела. Друзья, у нас папа уже от васаби начинает плакать. Я думаю, он заслужил много-много лайков. О. Поставьте скорее. Лайк-лайк-лайк. Сейчас папу тошнит. И еще ну, больше кусочек. Напоследок, я думаю, больше навряд ли выйдет он. Давай. Мне кажется, или я вижу слезы? Нет еще? Дрянь. Да. Все, папа сдается. Запить? Алиса и папа проиграли. Они попили водички. Не выдержали челленджа. Ну а пока папа пьет, мы передаем привет нашим друзьям и любимым зрителям. Пока-пока. О, это жесть вообще. Да.